ты уже самый известный легкоатлет нашей страны. Не вижу в этом ничего удивительного. Я тебя 2 года по кускам собирал, чтобы ты здесь сейчас кому-то что-то доказывал. У тебя после аварии хроническая тахикардия. Ты теперь пульс 200, после 1 сотни получишь. Надо начинать жить, как нормальные люди. Да пошел ты. Ваша история очень редкая, я бы даже сказал, исключительная. Это не я. Я видел убийство, очередное в парке. На бутылке нашли ваши отпечатки. Бороздин был там в момент обоих убийств. Вы можете это как-то объяснить? Могу показать. Это отрезок пространства-времени, который определенным образом искривлен. Серега следака склеил. Колея формируется там, где есть как минимум 3 смерти. Почему вы весь мокрый? Вчера был дождь. 2 убийства на тебе! Как далеко можно попасть в прошлое? Можно сколько угодно бежать, чтобы исправить ошибки прошлого, но некоторые вещи невозможно ни отменить, ни исправить.